АГРС, автоматическая газораспределительная станция в 12 километрах от Петропавловска, последняя на пути Соболевского газа в столицу края. Именно отсюда голубое топливо по магистральному трубопроводу попадет на ТЭЦ-2. То есть запуск станции – это своеобразная точка в строительстве газопровода Соболева-Петропавловск-Камчатский и начало новой вехи в развитии региона. Пусковую кнопку нажал президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Над АГРС вспыхнул факел, работающий на метане. А это значит, что голубое топливо с этого момента стало поступать в Петропавловск. Сегодня у нас запускается в эксплуатацию газопровод Соболева-Петропавловск-Камчатский. Это долгожданное событие, к которому мы шли годы. И только в последнее время в результате интенсификации работ все было завершено. Но мы с вами с другой стороны понимаем, это только самое начало, потому что магистральный трубопровод — это как бы база, 400 километров практически, основа для того, чтобы газ пришел на Камчатку, для того, чтобы он стал доступен и промышленным предприятиям, и самое главное — обычным гражданам. Это другое, как принято говорить, качество жизни. Это возможность нормальных условий человеческих. Это возможность использовать газ в домашнем хозяйстве. Это возможность использовать газ для расширения экономических и социальных проектов, которые так необходимы Камчатке. Поэтому это, безусловно, очень важное и долгожданное событие. Я хотел бы искренне поздравить всех присутствующих здесь, поблагодарить «Газпром» за то, что в достаточно короткие сроки этот магистральный трубопровод был построен. Это большая, хорошая работа. Но в то же время еще раз хотел бы сказать всем нам в добрый путь, потому что впереди также, собственно, начало самой эксплуатации и новые проекты, которых так ждет Камчатка. Пуск газопровода – долгожданное событие для всей Камчатки. Это результат интенсивной работы тысяч человек, руководства и рядовых сотрудников всех подразделений «Газпрома». Своеобразным актом выполненных работ стала труба газопровода на станции. Поручение президента выполнено, ставит свои автографы глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий. «Принимаю», расписывается Дмитрий Медведев. Строительные работы на газопроводе завершены, поэтому те, кто возводил его, «Газпром Инвест Восток», передали его в руки тех, кто будет ответственным за эксплуатацию. «Газпром Трансгаз Томску». Впереди зима, поэтому нам важно, чтобы надежно поставлялся газ в Петропавловск-Камчатский. И вот будем на сегодняшний день заниматься повышением надежности поставок газа. Это отработать с персоналом документацию по эксплуатации, это проведение всевозможных тренировок на случай аварийных ситуаций. Вот, в разных как бы ипостасях, ну и как бы комплектация тоже техникой аварийной и аварийно-спасательной. Добавлю, что до настоящего времени газом на Камчатке пользовались лишь жители поселков Соболево и Устьевое. Теперь голубое топливо пришло и в Петропавловск. Пока на газе будет работать только Камчатская ТЭЦ-2. Однако, по словам руководства «Газпрома», уже через 4 года на полуострове будет газифицировано большинство социальных объектов. Ну а в Петропавловске тем временем стартовал первый в истории полуострова газовый отопительный сезон. Борис Горбунов, Антон Дутов, Юрий Шалтышов. Вести, Камчатка.